Вот смотрите, вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Тут все, тут детвора, люди. Здравствуйте. Ну, в этой комнатке у нас 15 человек, вот в этой, которую открыли. Угу. Ну, здесь в основном я, моя жена и... потому что здесь уже люди лежат, сидят, кто-то стоя спит, кто-то лежа.